Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён, ты его съесть хочешь? А у вас что на обед? Девятое место. Все нормально, мы ничего не заметили. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Boosty и в Telegram, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Лучшие моменты из шоу Are You Sure для Чангука. Я люблю скалолазание, было весело, гонки тоже. Было еще лучше, потому что Тэхён приехал. Правильно расставленные акценты. Три года назад, в этот день, Чангук и Тэхён посетили ресторан Atomix. Это случилось после визита группы Metropolitan Met Museum в Нью-Йорке. Мы узнали об этом постфактум, только после того, как Чангук в декабре опубликовал культовое селфи с Тэхёном, и это был единственный засветившийся участник в его Instagram. Atomix признан критиками как самое престижное и романтичное место для пар, входит в рейтинг топ-10 лучших мест для празднования Дня Святого Валентина. Место бронируется за многие месяцы вперед, не говоря уже о том, чтобы закрыть его на весь приват-вечер. Уборная Atomix является самым узнаваемым и популярным местом. До сих пор это событие является триггерным и одной из обсуждаемых тем, но факт остается фактом. Они были там, и Чангук с гордостью продемонстрировал их вдвоем, расстегнув рубашку и отметив Тэхёна прямо на его щечке. Седьмое место. А вы выжили после этого момента? Шестое место. Поведение пары. Тэхён такой очевидный. Я просто захотел показать вам подборку обнимающихся Тэйкук. Пятое место. Тэхён, покажи нам свою коллекцию фоток Чангука.
Четвертое место. Забота. Чангук был сонным или плохо чувствовал себя во время репетиции, но Тэхён был рядом и, как всегда, окружал своей заботой. Третье место. Новости. Чон Сон А, актриса мюзикла «Чикаго», который посетил Тэхён, упомянула о нем: «Когда я увидела Тэхёна лично, не узнала его. Сначала он был в маске, и это стало причиной того, что я его не узнала, потом он снял ее. Он невероятно красивый в реальной жизни. Он слишком красив. Я была поражена». Только для него. ARMY начали получать виниловую версию альбома Тэхёна Лэйоува и делятся с нами наполнением. Мы ведь не завидуем, правда? То чувство, когда ты на стадионе, начался эфир Джина, и можно от души поорать, ведь все подумают, что ты орешь из-за выступления на концерте, но есть нюансы. Безопасное место друг для друга. Фанаты реагируют на ранее не опубликованное видео BTS Чангука и Тэхёна вместе из документального фильма «I Am Still». 20 сентября 2024 года Big Hit опубликовали видео из документального фильма Чангука в официальном аккаунте Твиттере, в котором Чангук и Тэхён тепло приветствуют друг друга. Вскоре последний клип, в котором запечатлена короткая встреча Ким Тэхёна и Чангука, разошелся по социальным сетям и стал вирусным. Фэндом не мог перестать удивляться такой реакции, и впоследствии пользователь написал в Твиттере, что дуэт всегда был рядом, чтобы поддержать друг друга и обеспечить безопасность друг друга. То, как Тэхён просто раскрыл руки перед Чангуком, чтобы обнять его, и Чангук просто бросился в объятия Тэхёна, было похоже на его самую большую поддержку. Мягкий тон, которым они разговаривают друг с другом, просто растапливает мое сердце. Без сомнения, они являются надежным убежищем друг для друга. Фэндом выразил свое восхищение, наблюдая за тем, как Ким Тэхён демонстрирует поддержку Чангуку во время продюсерского процесса Golden и потребовал от дуэта юнит. Лучший дуэт отца и сына. То, насколько изящно порой жестикулирует Чангук. Его талия.
На одном корейском форуме трое мужчин гордятся тем, что служили в той же части, что и Тэхён. Единственное достижение, что я из того же самого подразделения, что и Тэхён. Это единственное достижение в моей жизни тоже. Я помогал делать уборку в тире и внезапно увидел солдата Ви, который пришел потренироваться в стрельбе. Я служил 2 года назад. Возможно, Тэхён сейчас спит на той же койке, где спал я, и носит ту же самую форму. Как твердо Чангук смотрел на Тэхёна. Такое ощущение, что они оба были готовы пойти до конца. Тэхён идеально бы подошел на роль маленького принца. Этот взгляд Чангука. Нэджу, стилист по волосам, сказал: «BTS теперь суперзвезды, но я чувствую, что они мои братья. У меня не было своего офиса, поэтому я приносил с собой в репетиционную комнату краски для волос и ножницы, чтобы сделать участникам группы прически». Он был тем, кто плакал и обнимал Чангука после того, как тот побрился. Он отвечал за концепцию Seven Чангука и Leve and Esquire Hasoka. Он был тем, кто подстриг их волосы для зачисления. А вы помните это? Джин на эфире, давайте все сюда. Вы меня видите? Прошло так много времени с тех пор, как я проводил лайв, поэтому мне захотелось запустить трансляцию. Я проснулся в 6 утра, чтобы провести его, правда, я только что проснулся и не очень хорошо выгляжу. Кстати, моя пижама от коллаборации BTS and Minions. Недавно я снимался в шоу на Netflix. Не знаю, насколько хорошо я справился, но я пробыл там около 10 дней ради съемок. Ах, это моя вина, я хотел выйти в прямой эфир, как только проснусь, но не могу собраться с мыслями. Я был занят работой. Что всем вам, ребята, было бы интересно услышать. Может, о моей работе над альбомом? Проще говоря, прошло немного времени с тех пор, как я закончил запись. Сейчас октябрь? Или сентябрь? Песни закончили записывать где-то в июле. Или это был август? Я также создал обложку для альбома. Он будет включать в себя миксы песен, и весь процесс закончен несколько недель назад. Я старался сделать как можно больше. Тем не менее, есть еще кое-что, что нужно сделать, но я думаю, что альбом может выйти в этом году. Хотя все песни готовы, на создание альбомов уходит некоторое время. Я буду благодарен вам, если вы подождете немного. Я мог бы включить его сейчас, но было бы лучше, если бы вы подождали до выхода альбома, верно? Стоит ли мне включить песню сейчас? Компания разозлится, но песни хорошие, поэтому я слушаю их время от времени. Песни классные. Я не знаю, какой спойлер могу вам дать. Ах, у меня проблема, я пришел к вам слишком рано, и теперь не могу придумать, что сказать. Вчера я был на показе Gucci, и это было весело. Я хотел бы попасть на такие показы и в будущем. Я был очень взволнован, сидя в машине.
потому что видел, многие из вас, арми, пришли поддержать меня. Давно я не был на таком мероприятии. Благодаря вашей поддержке, многие люди смотрели на меня с трепетом и говорили: «Ух ты, он же из BTS». Я хотел сказать спасибо арми, которые пришли и так аплодировали. Вот почему я подумал, что мне следует выйти в эфир как можно скорее. И поскольку я кореец, я хотел поблагодарить вас по корейскому времени, поэтому, хотя сейчас 6 утра, я включил это, чтобы поблагодарить вас. Та самая пижама из коллаборации. Чангук – синоним слову «крошечность». Окей, но эти фото Чангука. Эти глазки – Чангука. Когда Бог создавал Тэхёна, Он дал ему рост, красоту, талант, индивидуальность и даже стиль. Этот вайб – Чангука. Его секси-сумочки. Не забываем повышать серотонин. Чангук кушает и вам советует. Он такой хаотичный.
эти руки. Я не могу спокойно жить из-за этого. Злой Чангук. Малыш Чангук такой милый. Я выбираю любовь, которую прячу от посторонних глаз. Реакция Чангука, когда говорят про руки Тэхёна. Иногда вы можете просто утонуть во взгляде, которым они смотрят друг на друга. Если у вас не было занятия на ближайший час, я вам его нашел. Джин такой красивый. Вопросов остается только два. Чангук и Тэхён сами палятся так сильно или сильнее их палит Чимин? В учебнике английского языка Cities of the Future, который используется в зарубежных странах, появилась фотография Чангука и текст песни Dreamers. Смеюсь Намджуна.
его большие Бэмби-глазки. Просто помни, если ты смотришь в лицо злу, зло смотрит прямо на тебя. Этот взгляд убивает. Стоит ли удивляться, что это один из самых популярных моментов с Тэхёном? Его туфли. А вообще есть какая-то разница, сколько людей между ними посадить? Когда Чангук просто очень увлечен. Второе место. Это так интимно. Когда флиртуют они, а неловко становится нам. Когда жизнь идет своим чередом, а Чангук и Тэхён, как всегда, в своем собственном мире. Первое место. А вы тоже говорите своим друзьям, что вам нравится родинка под их губой, и она вас вдохновляет? Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.